Настя тут? Да. О, сейчас вообще нет помех. А что ты сделала? Не знаю. А сейчас появились. Ой, сейчас уже. Да. А мне кажется, мы друг друга просто слышим. Ты на Twitch звук отключи. Здравствуйте все. Мы пытаемся выйти в эфир. Не знаю, если честно, не до конца знаю, слышите ли вы нас, видите ли вы нас. И буду благодарна, если вы мне об этом напишите куда-нибудь. Если нас кто-нибудь смотрит. Напишите, если звук, пожалуйста. Точно знаю, что мы в эфире 1 минуту 10 секунд. Ну, я не знаю, как мне включать эфир, потому что он дублирует звуки. Что Женя? Да, я тут. А. Я тут, я прошу нам написать, слышат нас или нет. Видимо, нас никто не смотрит, раз никто не пишет. Да, пишет, что... Ну, меня слышно в целом? Пишут, что у нас отдает звук, все шумит. Это чистой воды правда, у меня тоже все шумит. Как-то у нас не получается чисто от того, что мы пытаемся выйти сразу на два канала, один в YouTube, другой другой тоже. То есть, видимо, из-за двойных звуков как-то что-то получается очень печально. Ну и плюс, видимо, я опять не справилась с задачей подключить наушники, которые я купила. Я вам их покажу, пока у нас техническая накладка. Эти вот замечательные наушники. И не могу справиться с задачей с ними что-то сделать. Настя, ну может, я не знаю, нам надо, наверное, как-то начинать, потому что у нас уже 7 да, минут, ну, очень странного. Да, я не знаю, что делать. А это может зависеть от того, что мы по скайпу или что? Я не могу понять просто. Как нам? Или мы вообще не сможем с двух эфиров, с разных источников это делать? Нет. Возможно, есть вариант, что мы даем отбой в скайпе. То есть, если у тебя совсем не идет, то, наверное, есть вариант, что мы даем отбой в скайпе, и каждая развлекает своих зрителей по отдельности. А второй вариант, сейчас просто меня слышно тоже, мы можем играть, да? Да, мы или можем меня не играть. Слышно. Мы можем играть. Вот. Но тебя слышно, но так, но фонит, и, видимо, на два канала получается не очень, мягко говоря. То есть, вот. Ну, то есть, видимо, либо, ну, вот так. Угу. Хорошо, ну давай, тогда я не буду. Сейчас, а что мне этот закрыть вообще? Ну, видимо, да? Либо закрыть Twitch, да, и мы можем сделать, наверное, анонс, допустим, в четверг сыграем только на твоем канале. Ага, окей. Давай, вот это все закрываю. Да. Тогда у нас вот так... Тогда я могу включить видео, да?
Да, тогда ты можешь включить, наверное, видео, а мне нужно будет тогда понять, как убрать тебя, в общем-то. В общем-то, сейчас посмотрим, можно ли убрать тебя, когда уже трансляция идет. Да, похоже, можно. У нас там появилась есть... живая да. Настя. Исчезла Настя на фотографии. Исчезла Настя на фотографии появилась. Настя живой и здравствующий. Скайп у нас готов, Твич у нас готов, и в общем-то мы можем начинать играть. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Фонит, это, видимо, у меня жуткие наушники, и с учетом карантина я не могу выйти на улицу и купить им какую-то замену. Видимо, придется все-таки как-то это сделать. Мы играем 3+2, сегодня с международным мастером из Украины Анастасией Рахмангуловой, мой болельщик и я. И сразу делаем анонс, что мы нашли такой компромисс после наших технических накладок, и в четверг мы выйдем на Твиче Насте. Так, ну что, Настя, давай? Ну что, я отправляю вызов. Отправляй. Иди на меня. Так, на 3 минуты. Да. Две. Так. Так. Now online challenge I accept. Я нажимаю accept, и мы побежали. Вот. У меня уже в матче почти перевес. Я играю в первую партию белыми. Угу. Лес закончился, когда я испугалась, я что-то закрыла. Так, b3, e5, это жестоко. Это надо знать. Нет, ну опасно. Так, надо вспомнить, как здесь играть. А меня подразнивают и пишут, что кофе работает, поэтому я могу таки дойти до куда-нибудь и что-нибудь купить. Вот так вот, улыбаться. Что-нибудь это про мои наушники. Я поняла. Так, ну ладно, будем развивать фигуры. Когда не знаешь, что делать. Молодец. Не знаешь, что делать, развивайся. Если, кстати, я такую научу. Да. Ну, наверное, пора. Ого. Еще не закончила развитие, а уже... Ну, а что, мне слона по-другому никак не вывезется. Что ж делать? Я не знаю. Ты сказала, что будешь развиваться, а потом на меня стала нападать. Ну, вот такая вот я. Так. По идее, здесь же надо проводить где-то Е4, да? По идее, мне надо забрать. Давай. Так. А давай меняться, я же люблю меняться. Такого подвоха я от тебя не ожидала. Ну, конечно, это ход такой. Белые решили уравнять. Так, ну я не хочу. Давай. Как не хочешь? Меняйся сама. Угу. Я знаю, что ты любишь менять фердей. Да, навязчивое желание менять фердей. Не, ну сама так сама мешает. Так. Ну, хорошо. Нападу. Защищай. И... Так, я пока еще ничего не зевнула. Да нет, ты знаешь, что делать? Делай рокиров. Тоже правильно. Да, конь d3, это я видела твою идею, конь d3. Она была слишком очевидна для того, чтобы ее не увидеть. Другое дело, что я не думала над вопросом, как я буду мешать. И ее тебе реализовывать. Вопрос меня не успел заинтересовать. Ну, не знаю. Давай я пойду, например. Так, а время дойдет. А у меня времени почему-то все еще больше, чем у тебя, это совершенно непонятно почему. Потому что я его очень много потратила. Наверное, видимо, совсем много, потому что. Иначе это было бы... Что меня успокаивает, что у нас есть добавление 2 секунды.
Я думала, тебя успокаивает, что ты играешь со мной. Это тоже неплохое, неплохое седативное действие. Должно так, оказать. Я знаю, что ты хочешь. Что? Жечь ты. Может, я ошибаюсь? Но мне кажется, что я знаю. Ладно. Пора. Что пора? Вторгаться. Женщина должна болтать шо? Конечно. Если женщина не дает шо, то она нападает на ферзя. Она не женщина, да? Не, но еще есть альтернатива. Она может напасть на ферзя. Если женщина не дала шо и не напала на ферзя, она должна заподозриться в читерстве, либо в смене пола. Так. Ну, хорошо, давай. Только... Поменяемся. Все. Я надеюсь, что я опять ничего не зевнула. Что ж такое-то? Зевать должна я. Ты у нас это, острый юный тактик. Зевай. Так. Ну, хорошо, давай разменяемся. Да. Так, что я хочу теперь? Я не знаю, что я хочу. Напасть в лоб. Так, ну давай. Сыграем так. Вроде ничего не зеваю. Да, это очевидно. Почему я должна забрать? Потому что иначе у тебя слон выйдет. И да. На слона как-то все неплохо будет. Вроде как... Кажется, что я не реализовала твоего слона ходом в 6, но я не уверена, да? Так, ну что, правило эндшпиля надо централизация короля. Логичное правило. Так. Ну, давай пошли еще. Пошли сюда. Теперь нападем. Это мне уже нравится. И чернокольном слоне. Да, я не должна ставить свои пешки, я тоже в курсе об этом. Так, что я хочу? Ну, давай, пробуем. Предлагаю b6, b5 и g5. Так, а у меня совсем мало времени, да? Ну, не совсем, но немного меньше, чем у меня. Мне что-то все это не нравится. Ну, как не нравится? Ой, а что ты сделала ход, а я сижу тут плю? Боже мой. Невидимые ходы в шахматах. Исчезающие, я бы сказала. Да. Не, серьезно, я сижу, думаю, что твой ход, а у меня, оказывается, я пока не увидела секунды. Вот что это да. Да, что такое? Что вообще не делать? Ну, давай так. Ну, я еще нападу. Я тебя вроде пропустить не хочу никуда. Не хочешь, ты не поспоришь. Ты так хотела, чтобы я так пошла, а я так пойду. Да, ты так и пошла. Не можешь мне отказать. Конечно. Ни в чем себе давай там. Я не знаю, что мне делать. Ну так, я не вижу. Ладно. План игры я не могу найти. В такой простой позиции я постараюсь не уронить флаг. Да, и непонятно, как усиливаться, потому что если я f3 и f3 пойду. Ну, пешка e4 будет слабая, изолированная. Ну да, то есть я на f5 никак не пройду. Я не знаю, предлагаю ничего. Ну, я думаю, да. Объективно здесь, наверное, ничья. Ну, я не знаю. По крайней мере, я не вижу ни одной идеи в позиции. Так, я нажимаю рематч. Я назвала вроде. А мне ничего не пришло. Е4. Так, я тут пришла к выводу неожиданно. Вчера мы говорили, как я знаю, что Женя играет Найдерфа. Да, играла, я бы сказала. Давно его не играла. А тут, значит, турнир претендентов и лидерская позиция, лидирующая позиция непомнящего заставила меня подумать. Пересмотреть, да, свои? Что расставить приоритеты. В эпоху карантина лучше всего себя должны чувствовать игроки Найдерфа. Просто им так плохо от Найдерфа всегда, что уже никакой коронавирус не может им
ухудшить настроение еще больше. У них слишком крепкая расшатанная нервная система, и вот именно они себя прекрасно чувствуют в эпоху карантина. Поэтому пришла к выводу, что Найдров — это отличная профилактика от стресса на карантине. Ну, то есть тебе просто будет очень плохо по другим причинам. Ну вот, как-то так. Да, я не хочу идти в Найдров. Ты не хочешь, как так сказать, совершать превентивные действия по сохранению психологического комфорта? Да, можно и так сказать. Так, мы можем немножко о позиции, да, наверное, поговорить? Хотя что они говорят, мы ничего не видим, а не можем это понять. То есть, да. Я бы там исключение не Найдорфа захотела занять центр. Как таковой теории я даже здесь не знаю. Даже не знаю, есть ли она здесь. Да. Это радует. Ой, а что-то у тебя на 40 секунд больше? Пока я тут читала лекцию о коронавирусе. Я старалась не думать. Так, ты хочешь пойти конь c4? Не факт, если честно. Я, ну, может быть, и хочу. Продвижение e5. У меня еще не выведен слон, конечно, я понимаю. Но если я выведу слона, ты пойдешь конь c4. А это мне не нравится. Так. Ну ладно. Не знаю. Не знаю, пожалею ли я об этом. Е5? Но очень хочется, да. Если хочется, но нельзя, значит... Значит, можно. Да. Так, какие у меня еще опции есть? Да, вход для кандидата, да? Да. Ой, я отсидела свои старческие ноги. Придется подвинуть в кресло. Ладно, сделаю ход, там подумаю. Это мудро, ты так часто. Так, нет, если все я заберу, женщины заберу... так часто поступают. Что? Я думаю, что все женщины так часто поступают. Ну, не все, конечно, но не все, да, к сожалению, большинство. К сожалению, не все. Что же мне делать? Во-первых, вопрос, хочу ли я разменять ферзей? Вот этот вопрос не очень интересовал. Это ты мне задаешь такой вопрос? Да. Я чего-то не поняла. Слушай, я решила... Человек, который твердит, как он любит разменивать ферзей. Теперь вдруг подумал, что... Ну, я же женщине, должна быть загадка. Возьму и вот пойду вот так вот. Чтоб ты не поняла, как же это. Ничего себе. Да. Может, я сегодня... активный, атакующий игрок надо. Так, я очень не хочу видеть твоего коня на c4. Угу. Ты можешь пойти в b3. Ну, честно, спасибо. Ну, это защита. Я потом обещаю, если ты идешь в b3, я следующий ход делаю не конь c4. Так, надо куда-то нападать. Угу. Ну, давай начнем с такого хода. Так, ты напал. Куда ты напала? Куда ты напала? Точно? Не обманываешь меня? Я сама не знаю, куда. Но... Я пока не помню, куда. То есть я верю, что ты напала. Просто не могу... Не могу найти это волшебное поле. На Е7 ты пока не напала. У меня на C4 ты видеть не хочешь. Ну, не знаю. Пойду так, как ты говоришь, потом подумаю. То есть ты не хочешь видеть моего коня на d5, да? Ну, так. Так. Ближе к нет, чем к да. Хорошо, будем нападать друг на друга. Обменяемся любезностями. Обменяемся приятностями. Именно так. Ну, нападать так нападать.
Так, а теперь я уже заберу. Так, это понятно. Ну давай, вроде другого нету. Хочу. Так, так, так. А времени все меньше и меньше. Mm-hmm. Так, надо возвращаться. Mm-hmm. Надо возвращаться. Так. Ну, давай нападем. Куда? Себе за подсказку. Так, вижу. Пешку отыграть, лежит на мать. Да, пешка это неприятно. Пешка это не орешка. Так, ну давай будем выключать твоего слона. И активизируем коня. Да, тут важно было очень не пойти так, как я хотела пойти. Потому что хотела я пойти очень интересно. Так, надо куда-то. Ой-ой-ой, у меня нет времени. Это у тебя нет времени? Ну вот это, понимаешь, это удивительно, но его нет у меня. Ай-яй-яй. Я не знаю. Ой. Да, да. Что-то я, по-моему, наиграл. Мне кажется, сейчас у нас начнется время игры. На фоне... Нехватки времени. Да. Вот это она, то, что я говорила. Обоюдные ошибки. А, куда ходить? Время не умею учиться. Не такая пошла, конечно. Буду куда сильнее, надо убежать, чтобы не заметить какой-то маг. Я уже перестаю комментировать, потому что тебя мало. Я вообще не знаю, что я успею. Я все отдаю. И я все забираю. Да, чтобы я высвобода цветно отдала все. Как-то получилось не очень. Безумные цвета, происходит вообще непонятно что. Понимаю. Здесь, конечно, теоретическая ничья, но... Но. Не так просто. Ну, в смысле, со мной не согласятся. Хотя объективно это, конечно, ничья. Так. Да, ничья она, потому что ладья и конь. Потому что, да. Потому что конем вот не ставится. Вот теперь, наверное, мои шансы на ничью немного выше. Я предложила ничью. Но я не могу на нее согласиться, потому что у меня нет согласия. Согласиться. Да, в таких позициях можно играть 50 ходов, по правилам, до того момента, как автоматом. Но можно и не сделать. Как мы вам обещали, обоюдный мир бред начался в какой-то момент. Ну что, рематч? Да, я нажала. А, ремач, ну, соответственно, ты, да? А мне кажется, просто мне от тебя не приходит сообщение. Ну, я не понимаю, что. О, каракан. Каракан. Да, каракан. Ну, давай как-нибудь попробуем. Вот. Давай. Давай. Так, дальше я не помню. Только что есть блестящая партия. А, не музычок, которую она выиграла. Так.
Так, еще 4 есть ход, но я пойду таким. Белым цветом. На турнире. Так. Еще пожалуй. Если я помню не все. А интересно, я, может, опять начинаю говорить тихо, и мне после эфира скажут, что я не давала нам наслушать. Надо проверить, в телефоне нет ли возмущения. Так. Еще не нет, а нужно продолжить. Что я хочу? Я не знаю, что я хочу. Так, ну давай пока централизуем. Я хочу проверить, работает ли у нас трансляция. Ага, у нас почему-то нету скайпа. У нас нету тебя. Сейчас я открою сейчас. А, почему-то у меня исчезло. На связи с Skype, вот это совершенно непонятно. Ладно, мы там решим перед следующей партией, потому что в данный момент я просто не успею. Так, у нас есть это, почему нету Skype? Так, ну давай я пока попробую укрепить коня. Слабость пункта Е6 пока не сказывается. Ладно, будем надеяться, что я тебя вернула. Да, я вот на укрепление коня как раз готовилась его убрать. Так, ты мне не возвращаешься. Мне это не нравится. Ушла куда? Так, понял. Я пошла по Д6, я должна сделать ход. Так, сейчас я пойму, что мой ход F5 был весьма неудачен. Ну да, потому что коня на Е4 ты укрепить не смогла. Это я понимаю. Ну, пока будем пробовать ограничивать подвижность твоих коней, а там посмотрим. Что из этого получится. Ну, отойду. Так, пока защитимся. Еще нападу. Какая-то нападательная. Да. Еще защитимся. И нужно мне кого-то куда-то перевести. Я даже понимаю, кого и куда, но не понимаю, как он может туда попасть. Как не... Если у меня вот конь стоял бы на Е5, если бы ему не было бы предела. Так, давай пока так. Тоже не решила смысла, мягко говоря. Почему я не так плохо, как должно быть? Вот это непонятно. Почему я должна быть плохо? Что мы делаешь? Теперь я хочу провести все-таки по центру и избавиться. От слабости? Или нажить себе новых слабостей. Тоже не исключен. Варианты, пожалуй, два. Да, пойти не знаю. Слон давать нельзя, так пойти нельзя. Пойти вообще никак нельзя. Давай так пойдем. Так. Пойдем, да? Что я теперь хочу сделать? Я сама не знаю. Мне не нравится. У меня нет времени. И у меня как-то очень подозрительно положен ферзь. Ну как там так? Отделился от остальных фигур. И хочет оказаться в опасности.
Ну, то есть не получится, конечно, но это может получиться. Так, пока сыграем профилактически, там посмотрим. Не хочу тебе дать коня на Да, вот этот ход я как раз... Так, а что, на b2 я бить не могу, да? Я ничего тут не вижу, я не знаю. Ты хочешь забрать на d5? Я хочу на d5 забрать, да. Вот в чем дело. Ну, а хорошо. b2, она какая-то такая, не сильно нужна, наверное. Это я не заметила, ну да ладно. Да, теперь я поле d4 взяла под контроль, уменьшила количество твоих фигур. Коней. Вот и меня. Не так, может не хорошо. Работать. Пока ставим по центру. Ой, на открытую линию ладью. Это не может быть плохим ходом. Да, я постараюсь опять... Это все понятно, да. Так, не хочу я меняться. Во всяком случае, свою конячку я не хочу менять. Логично, с одной стороны, с другой стороны, немножко странно. Как-то. Так, времени опять же меньше, да? Они это не может не... Настораживать? Да. Ну, сейчас начнется опять. Сейчас вот мы так играем, думаем. Сейчас наступит 7 минут. И думать мы перестанем. Да, и мы начнем варить, я бы сказала. Дабы не сказать вытворять. Ну, так, как-то так. Да, смысл моего хода был не до конца мне понятен, потому что... А нет, теперь понятен, да. Теперь... Да, я нашла смысл своего хода. Убивать не обязательно, но что делать? Но там не так просто, там как-то все начинает зависать, и уже вроде убивать не обязательно, а вроде... Да, вот тут вот важная задача, чтобы не ревнуть мат, разменять ферзей. В принципе, это вот такой... Обязательный ход в позиции. И теперь изучила меня Настя. За что? Надо централизовать короля. Надо. Так, а времени совсем мало. Да. Да и позиция. Позиция тоже мало, да? Да. Ну. Неожиданным образом. Да, вот тут, наверное, мне нужно сказать ему слово, что ему не рады. Что ж мне делать-то? Не знаю. Здесь наше место. Так. И давай. Не хочу отпускать его слово. Как-то не так, как я подумала. По-моему, ты все делаешь правильно. Ну, случайно, да? Конечно, пешку взывать на d5 мне не надо было. Да, а я думаю, что нам нужно на секунду остановиться и дать мне возможность попытаться вернуть тебя в трансляцию. Потому что я не могу понять, почему тебя не нет. В эфире мы 34.25. Так, а я сейчас прошу. Видно ли тебя?
зависла вообще. Вот не должно было. Вообще, что могу выяснить все. Да, я пока пытаюсь посмотреть, что за бред сохранился у меня на Твиче. Да, надо будет с ним разобраться. Да, видимо, надо будет посмотреть. Видите, тут все видно правильно. Вот все так, как и должно быть. Но тут у меня все смущено. А, ты знаешь, возможно, у нас даже все хорошо. А может и нет. А, да, все хорошо. Все, мы можем играть дальше. Угу. Так. Отвечаю я, да, на время? Да. Я послала этот запрос. Давай я попробую проиграть. Легко. Не 5 ход очень опасный. Во-первых, это не найда. Во-вторых... Да, во-вторых, это не найда. Да, во-вторых, это... Я тут... Не знав, ты еще и забыл. Ты не знаешь, как я тут играю? Я? Мы тут уже играли пару партий, и ты уже могла запомнить, как это было. Но не хочешь признаваться. Да, почему-то. Не запомнил. Не запомнил? По-моему, это просто минимум. Так, ну давай пойдем так. Вроде вот этот ход обычно оказывается не очень хорошим. Мне он страшно нравится. Ход слон Е6? Да. Ну, мне просто, в принципе, нравится, я его все время делаю, потом все время получаю плохо черным, потом делаю снова. Не знаю, почему он плох, мне кажется, это дети. Не знаю, мне кажется, что вот как-то я завидно постоянно получаю плохо после этого хода. Обычный ход. Заметь, на карантине я уже начала пить. Пить? Пить колу. Вот как раз бросила пить и начала пить колу, да. Уж лучше пить, чем пить колу. Мне тоже кажется, что лучше пить, чем пить колу. Я начала пить и есть чипсы. Вот я не знаю, в смысле пить колу и есть чипсы. Вот у меня такая странная реакция на карантин. Ну все мы наберем пару лишних, а может и не пару. Мне кажется, что вот, да. Я, кстати, тут подумываю над, кроме такого шахматного, блица, который нам всем, да, поможет держать себя в форме, как-то стараться анализировать партии после блица. Ну, вообще, как-то вот не закончить карантин. И деградировать, да? Да. Ну и плюс все-таки какой-то контент, я думаю, создаем развлекательный, когда всем скучно, и вот посмотрят нас. А вот, кроме этого, я еще подумывала над созданием некого челленджа. На срок карантина что-то из спорта, что ты должен сделать вот к концу карантина. А сегодня мне пришло в голову, а не предложить ли мне такой челлендж за время карантина сесть на шпагат. Ух ты! Я думаю, что это очень сложно будет. Я не знаю, будет ли это сложно, но мне кажется, что это интересно. И вот я подумала в инсте написать сторис и отметить ряд девочек таким вот челленджем. Ну, хорошо, ты будешь, давай. Ты будешь одна из них, если я все-таки решусь на это. Но я уже даже пообещала тебе принять этот челлендж. Да, что? Ты мне уже обещала челлендж принять, не зная какой. И вот теперь ты знаешь, что тебя ждет. А, я вот только сейчас поняла, что ты побила ферзём, потому что я думала, что бить надо пешкой. Так, это очень прекрасно. Теперь надо понять, что я хочу делать дальше, да? Да, вот я хочу понять, почему тебя это радует. Потому что я вроде надеялась, что у меня контур встанет, и
закроет поля проникновения, потому что если бы он пришел, конечно, куда-нибудь на 5 или на 5, я бы была не рада его видеть, скажем так. Так, ну давай, надо кого-то мне из лати развить. А или Т? Ну давай А. Чем мне... Ой, в смысле, А или F. Нравится мне больше F, но пошла А. Интересно, да, вот это меня интересует вопрос, когда я начну делать ходы, которые мне нравятся, а не другие. Это могло бы резко улучшить мои результаты. Пока я не справляюсь. Я тоже улучшу расположение второй своей ладьи. Да, это ты права. Так, я заберу. Хорошо, мне все время нравится. Давайте по мне выбирать пешкой. Да, мне как. Нравится. Давай так пойду. Так, теперь я нападу на твоего слона. Да, вот именно из-за этого мне не нравилось, потом я увидела, что как-то держусь после хода конца 8, какого-то жуткого. Позиция мне все равно не нравится. Так, что мне делать? Да, висячие пешки меньше времени, а у меня плохо все остальное. Ну, давай нападем на тебя еще раз. Сейчас буду знать, куда ты напала. Видимо, подразумевается пешка А. Это ладно. Пешка А, наверное, даже... Она готова. Готова зевнуть. Ну, потому что да. мне и без нее так плохо, что она уже ничего не хочет. Так, тем времени у меня становится совсем мало, да? Да, это странно, но факт. Хорошо, давай так. Ну, дело было вечером. Делать было нечего. Видимо, ничего лучше, чем так. Не найду. Так, это было ожидаемо. Ничего себе, я в последний момент увидела, хотя было ожидаемо. Я с учетом заметила ход, даже не смогла рассчитать. А я даже не увидела, что я пешку отдаю. Боже мой. Что же это происходит такое? Ладно. Это карантин. Все карантин. Да. От которого будет тяжело возвращаться в реальность. Так, ну отойду. Ты сейчас напала, я заметила. Я чудом заметила, что ты напала. Да, вот я хотела сюда коня поставить. Потому что поле симпатичное. Так. Ну не забрать. А, нет, может не надо. Хотя потом как-то 7 раз уберешь. А если так, то только бы 3 пойдешь. А что мне делать? Неужели я должна забирать? Ну ладно, придется. Выбора нет. По крайней мере, даже если он есть, я его не вижу. Так, пошло. Да, я не хочу две связанные. Они ну, совсем... Так вроде нельзя было. А, ты конь по 4 успеваешь? Нельзя, да. Как раз меня все устраивает. Я всех повести должна и кого-нибудь повести, да. С ними спрятаться и а давай или не давай. Кого мне вообще, как мне усиливать все это? Давай на втором фланге попробую сыграть. Давай я попробую сыграть на втором фланге. Ага, вот что ты хотела. Да. Была вся идея. Давай так. Давай. Говорят, все ладейники мучения, но я буду надеяться, что не все. Так, что-то висит. Вперед. Боже, меня пугает конь. Он вообще не может не пугать, когда мало времени. Много коней, они
рискуют на тебя напасть. А ты рискуешь, что они так нападут, что станет больно. А, еще флаг упал. Не успела. Да, флаг упал. Ну ладно. Мне повезло. Да, без флага. В принципе, тоже. Не так просто. Сколько там пешек, кстати? Ее подвинуть. Ладно, не важно. Нажимаю. Я ответственно беремач, на него и нажму. Да. Какой бы сделать ход? Давай я попробую дечер. Давай. Мы будем каждый раз играть новый дебют. Отлично. Мне принципе, понимаешь, все равно, что не знать. То есть все равно, да? У меня нет, да. Тот случай, когда я могу сыграть любой дебют. Потому что в любом дебюте я знаю примерно 7 ходов. Независимо от того, играю я его или не играю. Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и... Да, да, да. Стивен и Хилстерия, а во вторую часть я не помню. Да. Никогда не помнила. Мне казалось, что здесь вроде так играть нельзя. Вроде здесь отходить на G3 самый сильный ход, но... Даже спорить не буду. Видим. А, да, из 7 ходов я переоценила. Ты же сказала, что в этот раз я не знала. А, нет, попросту на 7. Если ты права, то я ошиблась на обещанном 7. Ну, в принципе, ладно. Давай заберем. Давай. Так, а мне нравится. Не знаю. Я пока даже не знаю, что мне нравится, но... Ну, как нравится? Не в плане, что я думаю, что у меня лучше? Просто уже... Я даже пойду под огонь. Огонь атаки? Да. Так, давай дадим тебе шах. Что ж такое? Опять по пятёре? И пока не дать... Женщина должна сделать ход, либо напасть на короля, либо на ферзя. Ой, если я так пойду, что мне будет страшно или не страшно? Не страшно, наверное. Не знаю. Или я не вижу, почему страшно. Тоже... Так, ферзь 2 я не хочу. А что я, собственно, хочу? Я хочу провести F6. Ну, я пока, наверное, сделать этого не могу. Ну, как-то страшно. Так, если я пойду H6, тогда я тем более не проведу F6. Логично. Это мне не нравится. Ну, H6 вообще как-то страшно. Не было бы страшно. Так. С другой стороны у тебя король тоже в центре, поэтому давай посмотрим, что оно будет. F6. Как пойти мне? Мне же тоже нужно куда-то пойти. Давай я пойду вот ферзь 2. Меня все-таки смешал. Вот ферзь 2. И поэтому я пойду ферзь 2. Насколько я понимаю, на взятие на e5 ты подготовила ход конь g5, да? Да, да. Так. Это не может... Не нравится, точнее, надо наоборот сказать, да. Не может, не нравится, да? Так. Что же делать? Ой, за нами смотрит Оля Бабий. Посылает... О, Оля, привет. Оля, привет тебе. Оля посылает нам рожицы сердечко. Так, говорят, что... Времени у меня совсем меньше, да? Так, ладно, давай. Да. Времени думать нет уже, все. Оля, записывайся к нам. Будешь? Самый первый ход, который пришел мне в голову, видимо, как обычно говорят, да, думать не надо. Очень... Понимаешь? Надо делать сразу. То, что приходит в голову? Да, именно так. Правда, для интуитов, а вот для остальных не факт, что работает. Сейчас узнаем.
узнаем, интуит ли ты. Скоро мы узнаем... Так, я так не хочу на F6 брать, потому что ну, это как-то совсем антипозиционно, нелогично и вообще нарушает всю... Все, что такое можно нарушить, мы нарушаем. Давай я сделаю рокировку. Такой экзотический ход. Так, бить я должна, а там посмотрим. Я тоже возьму, да. Пробуй сделать вид, что у тебя недоразвитые фигуры, а что это хорошо. Ну, в смысле, хорошо для меня. Так, 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 так. Так, хорошо, надо их доразвить мне. Не надо. Думаешь, не надо? Ну, во-первых, по-моему, они просто недоразвиваются. Ну, так-да, так можно, но, надеюсь, все-таки нельзя. Так, а давай я какую-нибудь гадость придумаю? Вот я пока не пойму, какую. Самое печальное, я не пойму, как. Ну, бы 7 ты хочешь просто пройти. Мне что-то задумать, что-то придумать. На Е5 я тебе никакой редакции не хочу отдать. Может, Е4 пойти? Ой, что-то у меня времени стало мало. Мы так мило общались. Да. Так, да. Хорошо, давай так. Надо активизировать свои фигуры. Да, что-то Е4 было не самой идеей. Как, что ли, теперь я должна идти? Как-то ты правда развилась на ровном месте. Так, ну хорошо, давай заберем. Надеюсь, я ничего не зеваю. Времени совсем мало. Угу. Так, насколько страшно, не страшно. Не знаю, я даже не знаю, что имеется в виду. Страшно, не страшно, да, но видимо... Так, не важно, страшно, страшно другое. Давай пока защитимся. Ой, что мне сделать? Не знаю, что мне сделать. Надо кого-то напасть. Ай, как мало времени, как же мало времени. Интересно, если так буду что-то. Вот так. Вот куда-то иду пораню на всякий случай. Вот, говорится, греха подальше. Так, 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 так. А, я не могу пойти. Да, ты, к счастью, не можешь пойти с Солнца 8. Это единственное, что меня радует в этой всей истории. А что ж такое? Ну, тут я могу забрать. Пешечку я отыграла. Пешечку я отыграла. Наверное, могу пойти так. Ой, это ты мне опять начала. Я опять, да, подвел. Делать подарки. Вот это, наверное, хороший. Может и нет, это я еще не понимаю. Может и не хороший, да, случайно оказался нехорошим. Взял бы, в общем-то, да. А, не знаю, дурацкий ход я сделала. Надо как-то... Так, а как мне вообще короля в игру вести? Мне же надо как-то вести в игру. А, я поняла, как мне надо пойти H4. Да, пойти так, так. Поставить ладью сюда. И побежать к королю. Так. Что делать? Не, мне же тоже надо бежать к королю. Теперь поставить ладью сюда. Теперь поставить короля сюда. Пойти опять. Да. Пойти так. Пойти так. Ну, теперь вроде должна так пойти, да? Да. Так, я могу так. Могу так. Могу так. Ну и теперь я должна, наверное, идти на другой фланг.
пойти вниз. Да, можно сдаться. Видимо, я пройду к другой. Так, что-то я стала пешки отдавать меня. Да, пешки, ты мне что это, ты мне как-то надоешь. Надоешь, пешек много. Так, сколько мы сыграли партий? 5? Да, еще 5. Е4. Ну что, какой ход сегодня? Е5 или c5? Ну давай, Е5. Который... Вот вообще проблема, я не знала, потом еще забыла. И теперь так страшно играть. Где это? Так, ну давай с этого хода начнем. Д3. Ну, Д6 не надо, тут конь f6. Вот это я помню, что тут конь f6 надо. А тут не надо пойти d6, а надо пойти, наверное, 0-0. Ну давай так. Да, вот это, по-моему, как раз то несущий, у нас слон g5 до d6, есть ход слон e7. Да, есть такой ход. Вообще не уверена. Мне кажется, я как-то заводила книжку по e5 Лысого. И вот там была идея, что если ты делаешь рокировку без d6, у нас слон g5, у тебя есть вот этот ход. Ну, возможно, я все помню. А вообще там еще d5 проводят, чтобы не тратить темп на d6 и в один ход d5 провести, тоже в этом есть вроде бы идея такая. Да, но это я уже так много не могу, так, ни одну идею запомнила. А и... ты же вроде не блондинка. Слушай, все мы немножко блондинки. Когда надо, да? Да. Если глубоко копнуть, мы все не блондинки и все блондинки. Вчера меня тоже обвиняли, потому что я не блондинка, я вообще не понимаю. Я, к концу карантина я перекрашусь. У меня это, кстати, еще вчера теория появилась. Ну, не теория, а правда, горькая правда жизни. Что в этом мире к концу карантина блондинок станет значительно меньше. А, это про отросшие корни? Да я думаю, смотря сколько карантин продлится, может, не только корни, может, все отрастет. Отросшие корни, это ты очень позитивно смотришь на жизнь. Ну, это да. Мне кажется, я вот, кстати, как только объявили, что все закрывается постепенно, да, мой первый набор такой, карантинистый набор был, не гречка, а краска для волос. Так, я знаю, что это ход очень идиотский. С точки зрения позиционной игры он неправильный, но мне очень хочется его сделать. Ну, нельзя отказать. Нельзя отказать женщине. Особенно, когда ей хочется делать идиотский ход. Так, а ты потом d4 проведешь. Хотя c4 от прислонена b3 и с идеей на c2 это довольно модная идея. Так, у меня вообще была идея вот следующая. Так, только как же мне ее правильно... Не надо. У тебя вообще очень правильная идея будет, когда ты мне пешки отдаешь. Это мне очень нравится. Мне очень не нравятся. У нас вкусы не совпадаешь. Ну ладно. Сейчас мне вообще все не нравится. Ай! Или не ай? Вроде пока не ай. Но было так близко к ай. Совершенно непонятно, зачем я это сделала. Да. Так. Вроде кажется, что что-то должно быть. Ну да, кажется, что я сделала такой ход, после которого ай должно наступить. Но я пока не вижу как. Счастье я тоже не вижу. Чтобы я уже так не начала, чтобы не пошло. Мои искренние переживания передались бы тебе. Да. Так, ну мне кажется, так я все равно должна ходить, а там уже посмотрим. Ну так я тоже должна, у меня нет выбора. У меня даже нет выбора, пойти ли мне так. А главное, не надо тратить много времени, как я это обычно делаю, потому что да. Начинает бесить. Так, у меня хороший конь. Да, конь у тебя шикарный. Я могу усилить свое положение. Надо найти слабости у тебя в позиции. Одну... Слабости у меня в позиции много. У меня, например, наушники не подключаются. Спина затекла. Не знаю, могу еще пару слабостей. Так, давай-ка начнем мы с этого хода.
Давай, я убегу. Я понимаю. Бегать я люблю. Я хочу пойти вот так вот. Так, ты хочешь мне мат поставить? А что ж такое? Да, я хочу использовать пока вроде как, на мой взгляд, неудачное расположение ферзя, мне кажется. Не, у меня отличное расположение ферзя вообще. Оно так плохо стоит. Его расположение прекрасно. Так, теперь я хочу, наверное, с темпом напасть. Или не хочу. Да. Давай ферзя разменяем. Наверное, хочу. Ого, неожиданный ход. Это для меня тоже. Он как-то совсем на другом фланге, я туда не смотрела. В сторону даже не смотрела. А не могу ли я сделать вот такой странный ход? Вот мне он тоже не нравился, а потом мне кажется, что я увидела какой-то ход, и сейчас я не понимаю, какой это ход. Так, а какой же ход я увидела? Внимание, вопрос. Наверное, просто вот так вот. Но другого, видимо, нет, у тебя ферзь. Не, я подумала на b7 забрать еще. Ну, это как-то было бы уж слишком смело. Смело. Так. Не могу ли я здесь пойти как-то странно? Например, вот так. Да, вот это мне не нравится. Ну и потом вот так. Я не знаю, как это. Да, поэтому, мне кажется, я должна была ходить. Ну, как-то игра конкретно, да. Так, ну ладно. Давай сюда. Можно? Не знаю. Ага, юный тактик. Вот что задумал. Что задумала на тактику? Этого я не видела. А времени у нас тем временем все меньше и меньше. Да что ж такое? Оно куда-то так исчезает? Да, оно какое-то очень исчезающее. Ой, какой я тупой. Всем своим достоинством. На самом деле я хотела пойти ферзь e5 и не поняла, что ты пойдешь. Что ты пойдешь, ладья берет g7. То есть я хотела без g6. А поэтому мне пришлось. Поэтому мне пришлось уже делать не то, что я хотела. Забрать. Так. Теперь у тебя лишняя пешка. Это я понимаю. Но от этого не легче, да, как говорится. А времени опять все меньше. Даже расположение ладьи, к счастью, для меня. Да. Не такое неудачное. Я, наверное, могу вот так пойти в ногу. Вот я пушу себе структуру, но... Да что ж такое? Но пытаюсь доказать что-то. Ой, какой хороший, какой нехороший. Да, вот так я должна пойти только. Ладья у тебя выходит тем временем. Как можно так неразумно тратить свое время? Как это делаем мы? Как это делаю я? Мне кажется, мы это делаем нужно из хорошей позиции получать безнадежное. Ну это да, это. Ну, не знаю, обычно я с успехом справляюсь с этой задачей тоже. Да. Ну, пойду вперед, наверное. Попробую ее провести как-то. Наверное, пойдет. Так, ты могла забрать пешку С, я ее просто зевнула. А на один мат? Ой, точно. То есть я случайно ее не зевнула. Да, так и играем. Да, позиция была у меня совершенно. Да, я что-то все-таки ферзь b7 надо было ходить. Я... Недооценила, что ладья у меня будет, конечно. Ладья, да, да. B5 я зевнула, на самом деле. Что, зевнула? B5. А, ну да, да. Понятно. Конечно, ферзь b7, там конь f5 и f. У тебя висит ладья на e8, висит на a6, на c7. Да. Так, я отправила тебе вызов, но... Я вот почему-то не получаю, когда ты посылаешь.
Я почему-то могу только сама нажимать на значит, не знаю, с чем это связано. Еще раз. Ты мне отказала. И ничего. Так. Вот мой. Ой, а я не с тобой играю. Ой-ой-ой. Как мне теперь это делать? Аборт нажать. Так, это закончилось. Так, а мне надо вызвать. Почему получилось, что я начала не с тобой порчу? Совершенно непонятно, да? Настя, как мне теперь туда найти? Давай я тебе пошлю еще раз. Давай, я нажму на все. D4 мы уже разные, да, играли? Да. D4 было? Но можем еще сыграть другое. Только у них 3. Давай так. Давай сицелям. Давай. Для укрепления нервной системы. Так, что я играю здесь? C4, вот я помню. Здесь был ход C4. Ух ты. Да, я вспомнила. Ура. Вспомнила один ход подряд. Я не помню, зачем он делался, но я помню, что он хороший. Тут ходят? Я не знаю, но пойдет так. Я очень люблю в этих вариантах взевать пешку на Е4. Так, мне кажется, что играть нельзя ввиду такого хода. Но, опять-таки, я могу ошибаться. Да, вот я как раз говорила, что я люблю что-то вообще, убивать. Мне кажется, с D4 надо временить сначала. Да, D4, вот видимо, ошибка. Да, там, по-моему, C4 как раз, чтобы сбежать открытия и как-то все, в смысле, вскрытие позиции. Все должно быть не так. Так, сейчас я как-то сразу получаю проигрыш по ощущениям. Ну, мне кажется, что да, но я не уверена, опять-таки. Ну давай, у меня нет другого выхода, я должна пойти по c2. Да. Давай так. Должна забрать здесь. Да, должна отдать тебе там. И должна... Я не знаю, ну давай я так пойду. Попробую просто развиться. Пешки у меня уже нету, ну вот это будем считать такая... Такой взаимный подарок, да, ты мне сегодня... Да. Многократно подарила пешки. И теперь я начала... Пешку мне ее вернуть, да? Ну да, да. Все должно быть взаимно. Так, надо вернуть. На всякий случай будет ферзя. Ферзя еще никто не подставлял. Его еще возвращать не надо. Да. Еще не вечер, да? Да, у нас еще есть несколько партий. Наверное, 7-я, судя по... Потому что пишут. Поэтому у нас еще есть 4 партии для подставить ферзя. Так. Это было, чтобы не было хода Кг5. Таким образом стараюсь вернуть ферзя. Не знаю. Дело пойти f4, но мне не нравится на f4 и ферзь c5. Не пугает немножко. Да, я хотела пойти ферзь b6 с этой целью, но там думала, что ладья b1 по темпу попадать. Да. Ну, давай я сделаю вот такой профилактический. Наша тактика – профилактика. Угу. Так, но я все равно хочу так пойти. Все равно хочешь пойти ферзь c5. Все равно не хочу дать тебе пойти f4. Ну, это разумно. Что мне сделать? Ну, давай я пойду ферзь d2. Буду настаивать на ходе f4. Блин, у меня времени нету. Сейчас ты быстро. Наверное, тот, у кого пешка, он становится быстрее того, у кого пешки нету. Так, я хотела разменять ферзей. Ну как же мне развить своего слона? Эта проблема, мне кажется, более актуальна. Пешка? Чем все остальное. И пешка в том числе. Не знаю. Пешки я люблю. Не начинает, это мне нравится. Когда я гляжу в позицию к зеркалу.
А мне моя наоборот не нравится. В принципе, это логично. Так, ладно, давай так. Мне кажется, у тебя была идея пойти Е5, не допустив F4. Да, мне так не хотелось поле D5 ослаблять. Ну вот, не знаю, мне казалось, что вот может оказаться хорошим. Возможно, я заблуждаю. Ну? Есть интересная идея. Но она не проходит. Печально. Хороший ход, который не работает. Ну, это считается хорошим. Придется пойти так. Вот. Это мне не нравится. Если мне придется ходить, наверное, Е5. Но пока я даже Е5 не могу пойти. Сейчас Е5 немножко выстрелилась. Наверное, немного стремилась. Так, битка, так. А опять времени у меня меньше, да что ж такое? Да, причем получилось это с каким-то очень неожиданным способом, потому что ничто не предвещало, да? Вот именно. Так, ты хочешь как-то использовать вот вязочку, еще... Не хочешь, хочу, да. Я хочу поскорее развиться. Это мое единственное желание. Может, я вот так странно пойду? Это очень странно. И он либо очень хороший, либо очень плохой. Так. Так, да что ж такое? Времени опять нету. Времени нет в этот раз у нас обеих, поэтому... Да, мы в равных условиях, и сейчас будет череда взаимных подарков. Называем их так. Не знаю. Куда там буду нестись. Ладно, теперь я уже так хочу пойти. Сил нету, времени тоже. Давай пойду так. Так, это понятно. Так. Давай пойду так. Давай пойду, не знаю, так что ли, или что ли. Так, так. Так, так. Что-то странное несется. Там главное не зевать. Или наоборот. Главное зевнуть перед последним. Есть такая шахматная шутка. Есть. Это шутки, как известно, есть только шутка. Воля шутки. Шутки есть не шутка. Ну да, на меня нападают. Я отдавала пешку. Какое? Что не взяла ее. А, точно, ты отдавала пешку. Я ее не взяла. Такой странный и добрый. Это ужасный ход, потому что я защитила твою слабую пешку Е. Может, и не ужасно. Что, что все, что я делаю сейчас, это вообще... Это какой-то бред, но это взаимно. Что у меня, когда остается очень мало времени, я ничего не соображаю. Да, у меня та же проблема, к сожалению. К сожалению, проблема у нас... Совпадает, да? Да, все именно так. Ой, это не надо еще? Это не будет? Что? Нет. Не будет? Не знаю. Это надо забрать срочно. И сюда-то сюда спрятаться. Да что ж я творю? Я могла выиграть. Да. Что? Что ты могла легко выиграть? Надо сначала короля мне подвести. Не знаю, не знаю.
начала корабля. Этого я не знаю. Так, вот такое. Я решила дать все, что можно. Конечно, все еще перевес, но уже он немного меньше. А, уже больше. Да. В этот раз вернула я. Хорошо. Так, получилось весело. Ремач теперь нажимаю я. Так, когда времени остается совсем мало, смотреть это совсем ужасно. Оно и без цветно-то ужасно, а в цветно совсем. Так, и опять он, да? Кто он? Найда? Нет. Нет? Нет. Интересно, как ты могла изменить Найдерфу? Господи. Если я изменила Найдерфу... Это не самое страшное в жизни, да? Значит, в этом виноват сам Найдер. Просто. Совершенно очевидно, что если я решила его изменить, то, наверное, он меня обижал. Всячески. Угу. По-другому не могу. Так, что-то, мне кажется, какая-то у нас дребедень получилась. И не Челябинка. Ну, я пыталась ранее Челябинский сыграть, но я его не смогла вспомнить. Ну, да. Ну, так как я... Мы возвращаемся к теме, что я 7 ходов вроде бы недоупомнить. Ну, в общем-то. Так, хорошо, если я сыграю так. Ну, вот сюда я еще могу. А кстати, может, у меня ошибка? У тебя потом выйдет к вам? А вдруг выйдет? Зачем это проверять? Видит легко. Ладно, пойду так. Да, теперь пойду. Почему я не зевала? Да или нет? Мне кажется, ты слишком смело зашла в уровень, но, возможно, я чего-то не вижу. А, я просто в один ход зевнула, да? Ну, два все-таки. Ну, да. Ну, то есть... Да, и этого забрать. Так. И что? Теперь у меня должно быть больше моих. Моих фигур на нашей доске должно быть больше. А, теперь нужно разменяться. Логично. Да. Как бы это шахматные законы, да? Да. Шахматные законы простые. Дает, бери, бьет, беги. А сколько у меня хоть пешек за фигуру? Две, наверное. Хоть две. А, чуть-чуть поиграем. А две не так мало. Да, вот из этих же соображений. Да. Тем более для блица. Для блица вообще хорошо. Мне два слона. Это меня радует. Да, и вот я спрячусь и буду думать, что контр-игры у тебя не может быть именно благодаря тому, что у меня есть два слона. Так. Ну, будем пытаться использовать как-то их наличие. Идем так. Когда есть два слона, нужно их... Скрывать? Скрывать, да. Да, идея была в этом. Это я понимаю. Что идея была в этом. Такс, 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 такс. Ну хорошо, давай так. Забрал. И напал, наверное. Да, вот теперь твой слон плохой. И мне нужно вести моего короля. Ой, только очень аккуратно его надо вести. Короля здесь можно вести аккуратно. Короля.
короля всегда нужно вести аккуратно. Да, но здесь особенно, потому что я хотела пойти король Е7 и поняла, что ты заберешь на Д4. Мне это может не понравиться. Так, позицию я должна закрыть. Как ее закрыть, я не знаю. Наверное, никак я не могу ее закрыть. Ну да, основа тяжела. Ой, кажется, я придумала кое-что симпатичное. Ну, так что... Получится, да? Может быть. Да. Только идет у нас трансляция. Вроде идет. Да, я просто не вижу хода. Ну ладно. Король D3. Ну да, я тебе шаг. Да, именно так. Ты сдался, да? Ну да. Так, у нас сыграно сколько партий? У нас сыграно 8, да, правильно? У нас еще 2 партии. Еще 2, да. Ну, вернемся. Ну давай, мы же должны все равно. Вспомним детство? Да. Ну, заберу. Иду так. Как тут пойти мне? Как же мне здесь пойти? Ну, пойду до 4. Так, наверное, еще не ошибка. Ну, давай так. Ну, так, наверное, еще тоже не ошибка. А, я, по-моему, когда-то здесь играла что-то вот... Вот так играешь... Где-то, может, не здесь было? Было что-то так. Наверное, это не здесь. Такой ход есть, да. Я уж сама не помню, как здесь играть. Я 100 лет не играла. Так, по-моему, здесь на фер d7 конь e5, да? Да, что-то тут было такое, но я не помню. Я не помню, как тут играть. С какой целью тут играть. Ну ладно, вроде так. По-моему, там сразу не проигрывает. Но это не точно, да? Угу. Нынче вообще ничего не точно. Наши прогнозы про позицию. Так, теперь я здесь соберу. Да, тут, по-моему, что я могу забрать там. На конь d4, конь d7, конь e2, конь f6 привяжу. Ну, вот что-то такое. Mm-hmm. Это тогда, но я хотела пойти, наверное, вот так пойду. Ну и теперь мне, видимо, нужно просто развиться. Да, я хочу тебя прогнать. А, тут я знаю, я сильна, тут я хочу разменяться. Я не задумываюсь, хочу разменяться. Так, ну вроде так надо играть, да? Да. И так надо играть. Ну и, наверное, не могу себе отказать в удовольствии. Или могу. Чем это я не могу? Я все могу, и отказать себе в удовольствии тоже могу. Так, куда развивать слона? На Е7 или на C5? На C5 активнее, на Е7 более. Это страшно. Активно, но страшно. Ну, мне было. Я не знаю, может, это и правильно? Хотя, может, и правильно. Да, но слон там будет... Раз я не проигрываю, давай-ка сюда. Давай. Давай я так нападу. Это логично. Это логично. Давай вот так. Ну и давай поймем. Так. Король E7 что-то, наверное, совсем при много фигур на доске. Слишком, да, слишком яркий ход. Это слишком ярко, да. А, ты сюда хочешь? Я думала, ты хочешь сдвоиться и... Не, я хочу как-то на
хочешь мне мат ставить? Ничего. Ну, я же сказала, что я определилась. Против Найдеров, остро атакующие, это лучшие игроки времен коронавируса, поэтому я решила менять стиль и развивать крепкую нервную систему. Возвращаться к старому забытому стилю. Так, а времени у меня совсем мало. Это что ж такое? Так, ладно, займем пока линию. Я не знаю, я не проигрываю еще вроде. Шмата нету? Матов шахматов не бывает? Пока вроде нету. Я не знаю, я могу пойти h6, могу пойти ферзь e4. Как бы понять, какой ход лучше. Давай ферзь e4. Централизация ферза. Да, кстати, ферзь e4 действительно лучше. Нет сомнений, и на самом деле, видимо, тут и ни о чем. Но это шахматы, видимо, действительно не бывает. Так, ну давай. В моем исполнении так точно. Я пойду куда-то сюда. Так, а теперь я хотела... Так, пойти. А что, я на цыгане забрала? Это вопрос, конечно. Это вопрос, да. Ну ладно, заберу сейчас. Ой, подожди, а тут мата нету? Посмотрим, что ли. Мне кажется, что я быстрее. Но... Да, конечно, я постоянно. Поэтому была идея. Я когда пошла ферзь f5, типа ладья h3, ферзь f2, я думала, что ты увидела. Поэтому нет, я увидела слон f2, поэтому. То есть я увидела слон f2, я ферзь f2 не видела, а тут я решила, что... А, на слон f2 не страшно, наверное, там король h1 просто и на h7. Ну да, вот это вот я... То есть я хотела h4 именно потому, что... Я хотела, да, это h4, то тут я хотела ладья f3, потом h4. Потом подумала, почему я не могу так. Да, зевнула. Да. Ну что, последняя? Да. Средний бой. Там трудный самый. Какой ход делаю? Е5 или Е5? Давай Е5. Ходы должны быть по любви. Не для крепкой системы. Так, ну давай, ладно. Вот. И сегодня... По любви так по любви? Да, играем с тобой все разные дебюты. Так, что я тут играю? Тут я вам играю так. Так, ну давай пока сделаем рокировку. А тут надо играть, по-моему, 0-0, но я не помню почему. Точнее, я не помню длинные варианты, которые потом возникают. Там вот. Жертвы пешки, какие-то жуткие варианты есть. Ну, в смысле, они не жуткие, они просто... Оказываются не в состоянии мной упомниться. Ладно, пойду так. Пойду. Так. Ну, так, мне кажется, не ходят. Так, нам все только плохо. Так, так, так. Сколько я что-то здесь знаю или не знаю я ничего здесь. Я просто путаю редакции всегда. Да, вот я тоже. Это моя проблема. Знаю звон, да не знаю, где он. Да. Да, у меня со звоном тоже не очень. По-моему, здесь так надо играть. Я не могу с шахом забрать. Ну, вроде бы так и вот. Это и теория. Может, я ошибаюсь. Вроде конь b5 плохо, из-за слон c5, d6, слон e3, и конь не играет. А мне казалось, просто ты уже можешь много получить. То есть больше, чем здесь, что я так ошиблась. Ты можешь как-то сразу много получить. Не, мне кажется, это вот как раз. Это все было нормально? Да, все. Ну ладно. Давай я тут заберу. Ну так тоже надо. Меня пугаешь. Пытаешься убедить меня, что я сделала несколько. Ходов в теле, да? Да. Меня пугаешь. Даже сказать. Вы на слона на ПТ, не знаю. И это тоже правильно. Что ж такое-то? Так, давай-ка я отойду, чтоб не потеп. Ну давай я еще ферзей разменяю. Не могу же я не разменять. Хочешь разменять ферзи? Ну, хорошо. Так, 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 так. Ну, давай. Разменяемся. И пойду как-нибудь там. Разменяем.
пешки должна вроде пойти, а то ты пойдешь конь c4, нападешь на две пешки. Так, я хочу пойти. И я не смогу его защитить одновременно. Вот так я, наверное, должна. Должна, как ты говоришь, закончить развитие. Так, бить или не бить? Вот в чем вопрос. Бить я не хочу, конечно же. Так. Мне надо избавиться от слабости, да, чтобы освободить свою ладью от защиты пешки А2. Да, логично. Так, поэтому я, наверное, пожалуй, пойду так, в надежде, что я ничего не зевнула. Я обычно боюсь делать такие хода, мало ли. Вдруг конь исчезнет. Да, конь исчезнет. Вроде он стоит, а потом вот как-то отвлекся. Так, теперь я хочу тебя ограничить. Я не хочу видеть твоего коня. Да, это все мудро. Но я должна забирать, у меня выбора нет. И должна, наверное, что я должна делать? Наверное, я должна перестроиться. У меня, видимо, все еще как-то... Ну, есть какие-то. Небольшие. Не буду их называть проблемами, назову нюансами в позиции. И лучше их дорешать. Так. Что я хочу? Линия F мне ничего не дает, насколько я понимаю. По идее, я должна перестроиться на линию E. По-моему, я даже это успеваю сделать, а может и не успеваю. Так, единственный вопрос. Я тут, видимо, вынуждена подсказать, что у тебя время... Да, времени совсем мало, я понимаю. Ага. Ладно, будем перестраиваться. Тут я хотела пойти F6 и назвать это профилактикой. Да, вот... что внешне заманчивый ход ладья на F1 оказывается просто бессмысленный. Да. Тут надо мне, наверное, перевести коня. Это правильно. Перевести коня. Чью пользу размен коней на поле c4? Есть подозрение, что все-таки он мое, но я не уверена. Ну, конечно, наверное, пространство больше, но делать нечего. Да, но дело не только в пространстве, а пешка b2 может неожиданно вот как-то так. Пешка b2 тоже, да. Не спорю. Да, здесь нужно подвести короля. Не хочу, чтобы короля подвести. Ах, какая ты хитрая. Да, не нравится мне такой король b2. Создает тебе лишние возможности. Тут, наверное, я могу или не могу. D5? Да. Могу ли я пойти в D5? Ну, как-то это обостряет игру. Еще могу пойти F5. Да, F5, наверное, логично. Иду-ка я F5. Да, идея была в этом. Ага, ты хочешь там ладья и... Я хочу, да, я хочу на вторую успеть. Ну ладно, делать нечего. Дело было вечером. Делать было нечего. Это тоже вынужденный ход, иначе ты теряла пешку. И я иду сюда, да, и вот быстро сюда, чтобы... Чтобы. Угу. Давай попробуем так. Придется забрать, да? Возможно, я сделаю не лучше. Так. Там, видимо, короля пропускала. Так, как не наступит ли у тебя цукцванг на всей этой истории? Может
быть. Наверное, еще как-то так можно пойти. Должен же как-то наступить так. Ладно, пока пойду так. Потом пойду так. Потом пойду так. Где там будет? Не знаю. Так, походу у меня пока вынужденная. Да. Думаю, ну, допустим, я пойду. Как мне пойти? Ну, в какой-то момент, да, сейчас, по-моему... Да, вот я могу так, наверное, пойти. Я просто не могла понять, как тут с вами сделать. Мне кажется, поняла. Ну, тоже не до конца выдержала. Ну, не пойти. Ладно, давай, наверное. Что я даже не Давай. Будьте проще, и люди к вам потянутся, да, поговорить? Так я пойду так. Не хочу никуда тебя пропускать. А, опять я, да, не успела. Да, но тут, наверное, уже и... Да, и так, ну что, матч наш окончен, да, на сегодня? Да. И продолжение мы обещали, вероятно, в четверг, да? Только уже на Твиче. Да, потому что я зашла и посмотрела, что у меня там куча каких-то было непонятностей. Да, потому что одновременно мы не могли делать. Ну, значит, четверг делать на моем канале, чтобы было без всяких фонов. Да, будем в четверг на твоем канале, и надо, конечно, разобраться. Но мне кажется, что просто одновременно нельзя это делать. Мне кажется, можно не через ОБС. То есть нужно... Ну, в общем, нужно работать над техникой, и не только шахматной. Есть нам над чем работать. Вот. А я попробую все-таки решить вопрос с наушниками. Ты была без наушников сегодня? Я с наушниками, со старыми, которые обычные. А я совершила... Я решила, что я молодец. Купила блютузные наушники хорошие. В общем, они мне не подключают. То есть они даже уже подключаются, но что-то мне не срабатывает. В общем, это же не техника. А, вот. Будем прощаться с теми, кто нас смотрит. Кто будет смотреть не в прямом эфире. Кто не будет смотреть вообще. О, нас хвалит Женя Кузьменко. Это прекрасно. Спасибо. Да, Женя. Спасибо за внимание. Будем прощаться. Да, будем прощаться. Встреча. Точнее, не до встречи, да, пока она непонятно, когда случится. В общем, следите за нашими анонсами. Мы к вам вернемся. Пока-пока. Пока.